грибов нет. А местами вот такие прекрасные лезут, беленькие. Вот какой. С хрустом. Конечно. Такой шикарный экземпляр. Парочка. Да. Очень красивая. Такая шикарная парочка. Вот такая. Класс. Красотень. Два сразу. Эх, какая парочка. Ну что, мы ее сейчас достанем. Ух ты. Утро. Не очень раннее, так как маленько приболели, а здесь заморозки. Но все равно усидеть дома невозможно. И вот еще что-то осталось после выходных. Не все собрали. Гуляем по лесу, в общем-то, подышать больше выехали. Понимаем, что похолодало, очень много людей было в лесу. Грибов, наверное, нет. Они есть. Они вот такие маленькие. Они есть, они лезут. Ну, может, не в тех количествах, как неделю назад, но тем не менее. Очень даже. Вот такие они. А рядом еще. Да, а рядом. Еще просто рядом интересная такая поляночка. Ты смотри, они, по-моему, вместе. Все три вместе, да, Наташа. А рядом вот такая троица. Так, пускай эти полежат. Крепенько? Или ты их боишься разбурить? Я хочу их как-то и вместе... вытащить. Так они вместе все, да? Что? Да. Смотри. Ну, вот. Класс. Да, вроде бы все получилось. Вот они вроде бы вот такие. Обалдеть. Такая вот. Осень поздняя. Не говори. Удивительно, мы здесь, в этом месте, всегда собирали лисички. И ни разу не встречали белые. А здесь он нас решил порадовать. А вот что-то еще здесь. Нет, это... Вот он какой чудесный. Ну, а вот там лисички. Чуть-чуть подальше. Ай, какая красота. Прелесть какая. Ну что, пожалуй, это уже финальные точки маршрута. Вот как они спрятались. Ай, ну какие же вот такие замечательные, что даже их перчатки не хочется брать. Какой он. Ай, какие. Боровой. Да, сосновый. Вот он какой. Беленький. Крепенький.
Вот еще маленький какой рядом. Совсем малыш. Да. Парочка. Да. Сосновых. Мухоморы беленькие рядом. Классика. О, как мы растем. Хороший. Классный. Какие же экземпляры попадаются. Замечательные. Уже такая закономерность интересная. Если мы где-то планируем машину поставить, обязательно выходи из машины и осматривайся внимательно, потому что будет белый. Вот он стоит в 2 метрах от машины. Да, вот нужно быть насколько внимательным вдоль лесной дороги. Здесь уже столько машин проехало, мы на встрече только что одну встретили. А вот такая красота. Ох, какой он. Ой, ой, ой. Ой, слушай. Он ждал нас. Да? Он просто решил. Он от всех прятался, а сейчас уже... Не хочет он отсюда уходить, Наташа? Ну, я же его. Ой, вот он как... Глубоко сидел-то. А? Прощай, маникюр. Да. Но это того стоит. Здравствуй, грибной суп. Ради такой красоты и стоит ходить в лес. Да. Да вот продолжают они расти. Я здесь рядом зеленочки собирала, масленок. А здесь еще вот такой белый вылез. А, такой натюрморт осенний. Вот они. Крепенький? Очень. Молодец какой. Да. Няк. Канавка. И вот такая замечательная находка. Но она не одна. Поутоль в этой березничке. Еще есть. Что-то маленькое. Сейчас мы попробуем его найти. Вот он. Тоже маленький, баночный. Чудесно. Это еще вот такие песчаные белые грибы в реке. И растут они вот так. Посмотрите. Песок. А здесь вот такой гриб. Ох, какая у этого ножища, конечно. Немножко грязного. Мурзаты. Чересчур мурзаты. Дальше у нас еще один такой же дружок. Да, еще один.
Вот этот бугарок раскапывай. Проверим его. Не поверишь даже. Да, вот видите, песчаные боровики. Вот кругом песок пустыня. Да. Лес справа. Здесь, видимо, когда-то давно росли боровики. Да, последний. А вот песочек справа. Откапывай. Здесь ноги валяются. Откапывай. Тут вообще он как-то весь в земле. А, сейчас я попробую. Лопата? Нет, лопата. Лопата, она, конечно, есть с собой. Таким лесам ездить после таких ветров. Да, это что? Этот немножко постарше. Вот пускай они такие полежат. Да. Вот так. А это оно. От цвета камня. Опа. Хорошенький. Не очень комфортно. Ветер поднялся. Решили немножко покататься по дорожкам. Есть. Совсем не зря. И песчаные белые мы нашли. И теперь... Уже и не песчаные. Все маленькое, потому что очень много даже в такую погоду людей в лесу. Ой, какой он здесь крепенький. Ох, малыши баночные. Ну вот только выключили камеру. Здесь еще один оказывается. Рядышком. Завтрашний? Да. О. Мама вам меньше. Да. Невероятное что-то. Небольшая деревенька под осинников. Вот так. На выезде из леса остановились переобуться. Очень удачно. Валера всегда у нас останавливается. Да, перебывайтесь там, где растут грибы. И будет вам хорошо. И грибам тоже.